На совещании обсуждались возможности для улучшения общего положения футбольного клуба «Ангушт». Команда одержала много побед в предыдущих турах и уверенно занимает третью позицию во втором дивизионе первенства страны. На совещании присутствовали помощник главы республики Станислав Арестов, министр по физической культуре и спорту Ахмед Катеев, а также президент Федерации футбола республики Ингушетия Мухажир Евлоев. Сегодня, как вы знаете, Всемирный день футбола. Мы достаточно хорошо обговорили о планах развития футбола в республике, о перспективе ее развития. И в частности, подвели итог календарного года. В этом году наш футбольный клуб «Ангушт» достаточно успешно сыграл во втором дивизионе «Зона Юг». Пока занимает третье место. Но, как вы знаете, у нас переходный чемпионат. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что футбольный клуб на правильном направлении. Здесь достаточно специалисты. Еще хотел бы сказать, что команда укомплектована процентов на 80 из местных футболистов, то есть воспитанники ингушского футбола. Это для нас отрадно, что мы можем уже вторую лигу, мы можем достаточно хорошо представлять своими воспитанниками. В республике много делается в плане инфраструктуры. В этом году в Карбулаке сдали новое поле с искусственным покрытием. В 2010 году построили в Насыркорте стадион «Динамо», там тоже искусственное поле. В 2011 году в Малгобеке тоже построили искусственное поле. Тензила Куртуева, Саид Калуев, Ахмед Исмурзиев, Ибрагим Асканов, Вести, Ингушетия.